Класс коллекции для параллельного доступа. В FSL существует 4 безопасных в отношении потоков класса коллекции, принадлежащих пространству имен System Collection Concurrent, Concurrent Queue, Concurrent Stack, Concurrent Dictionary и Concurrent Bug. Они еще ого-го когда появились, кажется. Вот как выглядят наиболее часто используемые члены. Обработка элементов по алгоритму FIFO, Public Class Concurrent Queue, AT, Producer Consumer Collection, AT, Innumerable T, iCollection и Innumerable. Public Concurrent Queue, Void and Queue, T, IT, Boolean Try the Queue, Out, T, Result, Entity to Account, Get, Innumerator, T, Get, Innumerator. Обработка элементов по алгоритму LIFO. Public Class Concurrent Stack. iProducer Consumer Collection. То есть то же самое реализовывает. iNumerable T. iCollection и iNumerable. Public Concurrent Stack. Void Push T. Item. Thank you to push. Boolean Try Pop. Thank you to pop. Out Result. Interested в аккаунт get и enumerator t get enumerator. Несортированный набор элементов с возможностью хранения дубликатов public class concurrent back at t, producer consumer collection at t, enumerable t, iCollection, enumerable. Public concurrent back, public void at td, t item, public boolean, try take, out t result. Public in 32 count get public enumerator t get enumerator. Несортированный набор пар ключей значения public class concurrent dictionary t get value i dictionary t get value i collection key value pair t key t value enumerable key value pair t key t value i dictionary i collection i enumerable. Ну, короче, всего тут он зависит, ну, не зависит, как реализует. Public Concurrent Dictionary, Boolean, Try, DD. Короче, вот, Try добавить, Try get value, здесь key, такие key, Boolean true update, такие key, value, не value, value, compares, compression value. Короче, он пытается обновить, пытается удалить. ADDO update есть такие key to value ADD value function такие value update value factory и to value get o ADD такие value to value int 32 count get enumerator key value pair key to value get enumerator. Эти классы коллекции являются неблокирующими. При попытке извлечь несуществующий элемент, поток немедленно возвращает управление, а не блокируется, ожидая появления элемента. Именно поэтому такие методы, как tryTheQueue, tryPop, tryTake, tryGetValue, при получении элемента возвращают значение true, а при его невозможности false. Хотя эти коллекции являются неблокирующими, это вовсе не означает, что они обходятся без синхронизации. Класс Concurrent Dictionary внутренне использует класс Monitor, но блокировка удерживается только на короткое время, необходимое для работы с элементом коллекции. В то же время класс Concurrent Queue и Concurrent Stack для манипулирования коллекции используют методы Interlocked, и поэтому обходится вообще без блокирования. Один объект Concurrent Back внутренне состоит из объекта мини-коллекций для каждого потока. При добавлении нового элемента метод deInterlocked помещает его в мини-коллекцию вызывающего потока. При попытке извлечь элемент, его наличие опять же проверяется в мини-коллекции вызывающего потока. При обнаружении элемента задействуется метод класса interlocked. Если же элемент, рассматриваем мини-коллекции, отсутствует, методы класса monitor извлекают его из мини-коллекции другого потока. Мы говорим, что имеет место захват, стилинг,
элемента у другого потока. Стинг там больше воровство. Ну, не суть. Обратите внимание, что все рассматриваемые классы обладают методом getEnumerator, обычно используемым в инструкции C-Sharp for each, но допускаемым и в языке Link. Для классов ConcurrentST, ConcurrentQ и ConcurrentBack метод getEnumerator создает снимок содержимого коллекции и возвращает зафиксированные элементы. При этом реальное содержимое коллекции уже может измениться. Метод getNumerator класса concurrentDictionary не фиксирует содержимое коллекции, а значит, в процессе просмотра словаря его вид может поменяться. Об этом следует помнить. Свойство count возвращает количество элементов коллекции на момент запроса. Если другие потоки в это время добавляют элементы в коллекцию или извлекают их оттуда, возвращенное значение может оказаться неверным. Класс ConcurrentST, ConcurrentQ, ConcurrentBack реализует интерфейс iProducer Consumer Collection, который выглядит следующим образом. iProducer Consumer Collection iNumerable T, iCollection iNumerable. Boolean try dd, try take out t item t to array void copy to array interface index. Любой реализующий данный интерфейс класс может превратиться в блокирующую коллекцию. Поток, добавляющий элементы, блокируется, если коллекция уже заполнена, а поток, удаляющий элементы, блокируется, если она пуста. Разумеется, я по возможности стараюсь избегать таких коллекций, ведь они предназначены именно для блокировки потоков. Для преобразования коллекции в блокирующую создается класс SystemCollection ConcurrentBlockingCollection, конструктору которого передается ссылка на неблокирующую коллекцию. Этот класс выглядит следующим образом. Некоторые методы не показаны. Blocking collection t iNumerable t iCollection iNumerable iDisposable public blocking collection что такое iProducer consumer collection типа конструктор получается collection придается интерес до bounded capacity или capacity public void add t item, public boolean try add t item, interested by ms timeout, cancellation token передается, public void complete adding, это метод, public take, public boolean try take out item, interested by ms timeout, cancellation token, public 32 bounded capacity, только get, count get, boolean is один completed get true, если вызван метод один complete, и boolean is completed true, если вызван метод is один completed и count равно нулю. Public enumerable t get consuming enumerable cancellation token public void copy to array t array и int index. Я уже заговариваюсь. Public to array, public void dispose. При конструировании экземпляра blocking collection параметр bounded capacity показывает максимально допустимое количество элементов коллекции. Если поток вызывает метод add для уже заполненной коллекции, он блокируется. Впрочем, поток может вызвать метод try add, передав ему время задержки в миллисекундах или объект cancellation token. В результате поток блокируется до добавления элемента, окончания времени ожидания или отмены объекта. Cancellation Token, класс Cancellation Token подробно рассматривается в главе 27. Класс Blocking Cancellation реализует интерфейс iDisposable. В итоге метод Dispose вызывается для внутренней коллекции и удаляет заодно два объекта Semaphore Slim, используемые классом для блокировки потоков производителей и потоков потребителей. Завершив добавление элементов в коллекцию, поток производитель должен вызвать метод completeAdding,
Это даст понять потоку потребителю, что больше элементов не будет, что больше элементов не, короче, не будет, и цикл for each, использующий объект getConsumingEnumerable, завершится. Показанный далее код демонстрирует, как организовать сценарий с участием производителя-потребителя и сигналом о завершении. Public static void main, var pl равно new blocking collection, interest 2 new concurrent queue, interest 2, поток пула получает элемент, thread pool.queue, user work item, consume items, pl. Добавляем в коллекцию 5 элементов, for interest 2 item, равно 0, item меньше 5, item плюс плюс. Assert time, producing плюс item, build.dd item. Информируем поток потребителей, что больше элементов не будет. bl.complete.adding. Console.readline для целей тестирования. Parse static void consume items object o. Var pl равно blocking collection interest 2 o. Блокируем до получения элемента, затем обрабатываем его for each var item in bl.getConsumingEnumerable. Консоль Redline, Consuming плюс Item. Коллекция пуста, и там больше не будет элементов. Консоль Time, all items have been consumed. После выполнения данного кода я получу 0.1.2.3.4, 0.1.2.3.4, all items have been consumed. Если вы попробуете запустить этот код в строчке Producing, производство и Consuming потребления могут быть перемешаны. Но строка All items have been consumed, все элементы потреблены, всегда будет замыкать список вывода. Класс Blocking Collection обладает также статическими методами add to any, try add to any, take from any и try take from any. Все они принимают в качестве параметров коллекцию Blocking Collection T array. А кроме того, элемент время ожидания и объект cancellation token. Методы try add to array, ой, to any, циклически просматривают все коллекции в массиве, пока не обнаруживают коллекцию, способную принять новый элемент. Метод try take from any циклически просматривает все коллекции до обнаружения той, из которой можно извлечь элемент. Ура! Дальше какой-то был словарик терминов элементов. И мы закончили. Всем спасибо за прослушивание. Особенно мне. Пока.